Лили, как родится ребенок, все только о нем. Ты – далекий третий номер. А когда она беременна, между нами все кончено. Почему? Потому что это моя сестра. 60 миллионов долларов, господа. Ни копейки меньше. Но сейчас все это уходит. Мне надо тебя знать? Еще нет. Мы с тобой будем партнерами. Только одно правило. Никаких секретов, никаких сюрпризов. Помнишь, как мы были молоды? Бек хотел быть как Рэй Лиотта в «Славных парнях». Пара без детей. Пара, готовая держать рот на замке. Крепкий небольшой бизнес, которым ты занимаешься. А сейчас вы там на баблоиде. Думаю, все уже так и думают. Твоя плохо управляемая больница не смогла защитить новорожденного ребенка. Они будут недовольны этим простоем. Если бы это была внутренняя работа, это было бы более дорого для вашего клиента. Хватит, отпусти меня, пожалуйста. Не хочу его посылать. Он не мой ребенок. Видел людей, делавших разные вещи по разным причинам. Есть вход, но нет выхода. Хочешь то же, что и я. Нужно идти до конца. Что скажешь, Майра? Ты, я, кто-то из мексиканцев. Еда, а не мексиканцы. Следующий. Нам нужно меньше проводить времени вместе. Серьезно, нужно. Вот о чем я и говорю.